В Испании начинается новый политический период. В результате прошедших в воскресенье выборов парламент страны стал еще раздробленнее. В него попали кандидаты ультраправой партии «Вокс», а победившая социалистическая партия не получила парламентского большинства, сообщает Евроньюс. Такие итоги стали неожиданностью для ряда граждан, в то время как одни называют впечатляющим успех, которого добилась на выборах ультраправые. А другие считают результаты партии «Вокс» скорее скромными. И некоторые отмечают, что своим успехом социалистическая партия во многом обязана проводимой ей социальной политике, которая и обеспечила ей поддержку избирателей. Правительственные пакты или коалиции определят испанскую политику на следующие несколько лет. Санчес оставил дверь открытой для всех политических формирований, поэтому возможны несколько сценариев, но самое важное для населения то, что коалиция, какой бы она ни была, обеспечивает стране стабильность.